На конкурс дети читают стихи. Погода наснежана, 8 лет, город Сумишма. Андрей Дементьев, баллада о матери. Постарела мать за много лет. А детей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать. Потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет. Как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько в их то дальнее село мальчиков без усов не пришло. Раз село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг сыграла сын, взглянула мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Он рванулся из окопа в бой, стала мать прикрыть его с собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, прости, да беги. Как сменить? Сын остался жив. Просит мать о сыне повторить. Просит мать сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее услышит. Дома с ней чудилось кино. Все ждала. Вот-вот, сейчас в окно, посреди тревожной тишины, постучится сын ее войны.